Йоу-йоу-йоу, никому не нужный блог. Никому не нужный блог. Сегодня я забрал очередную партию запчастей, на этот раз это пружины и моднейшие колеса. Про транспортные компании хочу рассказать. Практически все грузы доставляла транспортная компания «Энергия», так как она оказалась самой дешевой из Дальнего Востока, это путь не близкий. Но один из них доставили ПЭКом. Опыт, значит, такой. Приехал я сегодня в ПЭК, чистый такой европейского уровня офис, хотя на самом деле он такой себе. Стильный. Здоровенный ангар, все свежевыкрашено, куча инфографики, всякие таблички, как куда проехать, какие-то моднейшие пропуска для парковки, какие-то электронные очереди, типа без очереди, получается, так быстро, эй. Но, господи Иисусе, ребята, это невыносимо долго. Я прождал свой груз где-то 2,5 часа, 1 час в очереди в этой электронной, 2 час в очереди на выдачу. В общем, там просто огромное количество народу, всем все доставляют. И какая-то эта суматоха просто совершенно невозможна. То ли дело такая энергия, задрипанная халупа из говна и палок, реально, вот там просто вообще ребята даже не старались сделать что-то хорошо, потому что все понимают, люди заказывают грузы, им важно быстро просто приехать, его собрать и уехать. Постоянно открытый шлагбаум, приехал, денег заплатил быстренько вообще на какой-то стойке там из ДСП, из фанеры вырезанной, вообще пофиг. Быстренько схватил, сразу же идешь, там, минуя всякие там какие-то сервисы, окошки, идешь просто сразу, моднейшее, врываешься на склад. На складе сразу дядя тебе выкатывает палет, там, шуруповертом быстро открутили и погнали. Все. То есть просто 5 минут. Все грузы из такая энергия пришли в целости и сохранности, все в обрешетке, точно так же, как и в ПЭКе. Но, блин, забирал я их реально. Приехал, уехал. В ПЭКе вот 2,5 часа. Так что выводы делайте сами. Упакуй, как я скажу. Самое главное засунуть вот эту яичную штуку, тогда вообще все в целости и сохранности придет, 100%. Итак, тут у нас 2 Хаяба Аморта. Ну и вот эти знаменитые пружинки, которые все в пыли почему-то. Видимо, так долго они шли, что поросли мхом. Колесики. Ну, колесики вообще не придраться. Все, что нужно. Нормально же? Вот такой короткий выпуск. Класс, скоро будем строить. Увидимся.